Да, вот видно. Короче, пока я грозил кулаком. Вот я вам показываю, вот там это косло. Вот и целая река, вот из талой воды идет. Таким бурлящим потоком. А мы, в принципе, к этому руслу мы и собираемся идти. Сейчас попробуем перебраться на тот берег, там вроде по суше. Потому что здесь это мокровато, мягко скажем.